на тонком плане у каждого человека своя температура. Кто-то, допустим, горячий, много огня, это я. Мне, допустим, у меня дочь это еще хуже. Она вообще просто огненная, мне кажется. Она все время ей жарко. Она даже спит, она не может. Это просто с рождения. Человек вообще не может укрываться. Она просто никогда не укрывается. Вот. Им как бы надо пробовать эти масла. Смотрите, вы когда душ принимаете вечером, после душа вытерлись, намазались, сначала, допустим, пробуйте кокосовое масло. Если ночью не потеете, значит, это масло ваше, оно вам подходит, можно и мазаться. Если, допустим, ночью там стало жарко, это не ваше масло, значит, ваше тело перегревается от этого масла. Попробуйте тогда, может быть, кунжутное. Мне кажется, что я кунжутным не пробовала мазаться, но мне кажется, что мне подходит абсолютно все. Так, ну насчет I Go Live, у меня теперь, видите, интерактив друг с другом, вы будете интерактивничать. Да, кокосовое масло, правда, универсальное. Спасибо за подарочки. Thank you for your gifts, guys. Thanks a lot. Как прикольно вот это приложение. Я выгляжу здесь лучше, может быть, свет лучше. Ну-ка, дай попробую поменять места. Я тут такая страшная, ужас просто. А здесь такая красавица. Ну-ка, ну так чуть-чуть получше, хотя нет, то же самое. Здесь очень классный, этот вот в этом приложении, классный фильтр такой, как фильтр стоит, очень удобно. Я на середине, да, девчонки, но я скажу честно, я пила кофе, и я съела, когда Филипп Лейн меня позвал на ужин, и я съела этот лосось карпаччо. Вот. Ну, не скажу, что я себя прям классно чувствовала. Ну, ладно, думаю, раз в неделю, за две недели я ничего страшного. Универ со мной еще показывает. Его уже 100 раз показывали. Вот, так что я накупила сейчас всего. Сейчас буду делать сок. Классный. Свекла. А, что тут у меня есть? Да, зеленый яблок есть. Значит, свекла, зеленое яблоко и джинджер. Самый вкусный сок, который вот... Особенно если его охладить, он просто невероятный. Каким образом лучше выучить английский язык? Девчонки, заходите в мое приложение, которое я... Ну, оно не мое, конечно, приложение, но я посоветовала тут приложение, люди сейчас мне рассказывают. Оно как раз все на английском, и там прямые эфиры. То есть вы выходите в прямой эфир, и вам еще дарят подарки плюс ко всему. Допустим, да? А сейчас я там сделала конкурс. Вот, и можно там 3 месяца эфиров, и я разыгрываю главный приз лично из рук в руки, из моих рук, не вовлекая в это никого, чтобы это было все честно, потому что делал несколько конкурсов, люди жалуются, говорят, что мы так и ничего не видели там. Ну, люди, конечно, всегда будут жаловаться. Некоторые конкурсы я делаю сама, допустим, когда платье разыгрываю, тоже иногда жалуются, что им что-то не досталось. Но я свои конкурсы всегда делаю честно, и сейчас у меня конкурс. Все правила этого конкурса у меня можно сейчас посмотреть в эфире, в лайфе моей главной страницы. Вот, там все написано, там все сказано, там надо загрузить приложение бесплатное, выходить там в эфиры. Я к вам в эти эфиры захожу, иногда звоню. Вот мне иногда звонят. You look amazing. Она такая загорелая. И получается, что как FaceTime общение происходит, помимо этого. Приложение называется I Go Live. Давайте я здесь напишу. 3 часа эфира, потому что эфир... igo.live. Потому что некоторые ставят... Некоторые хитрят. Они, значит, смотрите, приложение. Пост, и я сейчас сделаю... Ой. Пост, и я сейчас сделаю этот, как его, пин. Вот, да, цвет волос я отращу, как обещала, видите уже, сколько отросло, ребят, так что давайте не ругайте меня за блондинку, хотя мне блондинка нравится. Ой, я не тот пин сделала, ёлки-палки, сейчас, анпин, где мой пин, вот, пин. Вот, вот это приложение, там знаете, как делают люди, хитрюги мои?
нашли святых. Они, значит, смотрят сериалы, включают там. Пока девочка я видела, но она молодец. Она, допустим, готовила мужу обед. Вот как я сейчас буду готовить. Включила приложение и вот что-то делает. Не обязательно нужно разговаривать. Нет, розовый цвет у меня еще есть. Девчонки, смотрите, я сейчас без укладки, сейчас пойду в спортзал в 8 вечера. Вот, а после этого я уже сделаю укладочку. Короче, дело к ночи. 3 часа, вы же не беспрерывно должны сидеть. А я смотрю, многие тут вообще сидят по 5 часов, по 6 часов. Вот, так что это кажется, что 3 часа это много. А, какой приз? 10 тысяч евро, это главный приз. Потом еще будут поощрительные призы. Забайкалье, вам тоже привет. 10 тысяч евро наличными. И, ну, если вы в другой стране, то тогда на счет переведу. Вот. Авокадик я купила. Взяла 2 вида масла кокосового. Попробую. Ганское. Кимит. Чист Лорида, привет. Можно намазать его, можно мазать на лицо, на тело, на волосы. Это кокосовое масло. Просто им обливаться. Ничего себе, у меня 670 просмотров. Thank you. Hi, Adrian. My God, you smoking, right? I saw you smoking. Not good. Так. Кто знает, для сыроедения можно maple syrup, кленовый сироп? Вроде написано органик, био. Какая форма масла? Вот оно масло. Что из сырой свеклы? А это сырая свекла, это не вареная. Это что? Я и вареный же нет. Это сырая свекла. Она не вареная. Просто она всякую. Так, сок, конечно, из сырого. Все из сырого делаем. Сейчас расскажу про это. Очень крутой. Надо будет яблоко зеленое, свекла и джинджер. Где мой джинджер? И этот. Как он по-русски называется? Забыла. Это вареная свекла? Нет, пожалуйста, не расстраивайте меня. Я еще купила 2 пачки. Что это называется? Имбирь, да, имбирь точно. Ну ладно, ничего страшного, я потом куплю. Вкуснятина. У меня, кстати, очень сильные были высыпания на лице. Сейчас проходит. Я сделала пилинг. У меня просто все лицо было обсыпано. У меня такого в жизни никогда не было. Все выходит из организма. Сейчас начинает проходить уже, слава богу. Это все результаты очищения. Пошли. Нужно 3 месяца делать эфиры. Да, 3 месяца делать эфиры. Но помимо эфиров еще... Я постараюсь походить по вашим эфирам после. Во-первых, смотрите, во время эфиров вы знакомитесь с людьми. Вы знакомитесь с людьми. У вас появляется новый круг общения. Во-вторых, вы преодолеваете свои, как это называется, стеснения, рамки комфорта. Вы выходите за них. Выкидывает, да? Да, вот, кстати, девчонки, подписывайтесь на страничку сыроеда. Я на нее подписана вот в этом приложении, в приложении Боня Дайли. Она, ты молодец, кстати. Я смотрела твои рецепты, не нашла. Хотела сделать эти морковные котлеты, но я не нашла какую-то из приправ. Ты побольше рецептов, пожалуйста, побольше желательно. Такого очень вкусненького. Мне нужно купить этот, который... Dehydrator, как он называется, чтобы сушить, чтобы делать хлеб. Вот надо, знаете, рецепт хлеба найти, как делать классный хлеб. Похудела, да, чуть-чуть? Ну, а что сделаешь? Зато на этом приложении я выгляжу неплохо. На этом я такая, да, чуть-чуть. Еще такие, цвет неудачный. Ладно, что мы делаем сейчас? Что бы мне сделать? Дорогая сыроеда, подскажи мне, пожалуйста, что мне сделать? Что мне сделать из моих ингредиентов, которые у меня есть? Я купила морковь,
сок сделать, салат сделать, я не знаю, авокадо. Авокадо. Все никак не могу найти кунжутные семечки. Можете себе представить? Не проращивается гречка? Да, это Путин на футболке. Как не проращивается? Сейчас я вам покажу. Все, гречка уже испортилась. Гречка прорастет. Вы неправильно, видимо, ее проращиваете. Может, она задыхает или она там захлебывается. Сейчас. Знаете, что я нашла для себя кофе сыроеда? Покупаю матча-чай. Это просто нереал. Короче, берешь этот чай и в воду добавляешь ложку чая, потом этот сироп гуава, да, агава, вернее, агава-сиропчик и шоколадную пудру. Какао, вернее. Вот такую шоколадную пудру использую. Она стопроцентная, роу. Вот. И получается очень прикольный чай такой, бфф, так вставляют. Столько людей им привела. Русских. Так, сейчас, подождите. Прямой эфир. Лайв. Угу. Извините, девчонки, сейчас я. Сейчас, люди. Вот. У кого не проращивается гречка, рассказываю. Смотрите. Я купила целых две. Вот эта банка, она очень классная, очень удобная. Опять у меня, боже мой. Сейчас, зависла. Через 2-3 дня вы просто берете и обновляете новую версию, и у вас все поменяется там. Сказали, что после этого висеть не должно. Так, теперь у меня нет там никого. Так. Как скачать, если в Украине? Просто заходите и скачиваете это приложение. Где купить банку? Я не знаю где, но эта банка просто мега-пупер-супер-друпер удобная. Это у меня как дочка говорит утром. Я говорю, дочка, вставай. Hi, Norway. Вставай, мама, еще минутку. Я говорю, давай. Потом, мама, еще минутку, ладно, такая. Даю 5 минут поспать. Супер минутку. Потом каплю, потом еще. Я говорю, ты уже проспала все свои супер, друпер, пупер минутки и все на белом свете. Вот так вот я и буду. Берете, короче, гречку, допустим. Где моя зеленая гречка сейчас? Дочка пришла сейчас. А вы ключ оставляли, да, внизу? Нет, не забрала. Отлично, вот уже оставила, видимо. Вот. Смотрите. Гречку засыпаем. Сколько вам надо там, допустим. Засыпали гречку. Потом ее заливаем просто водой сырой. У нас вода во Франции хорошая из-под крана, я просто обычной водой из-под крана заливаю. Все. Залили водой. Закрыли крышку. Эта крышка специально, она дышит, видите? Пусть она стоит, ночь должна перестоять. Если получится, через пару часов воду сливайте, немножко ее, как говорится, промывайте. Она будет очень много там слизи, она зеленая, она такая. Вот. Завтра утром, когда уже ночь она простояла, вы ее промыли, что вы делаете? Вы сливаете эту воду, переворачиваете вот так вот банку на бок. Ну, сейчас я покажу, допустим. Представьте, что прошла ночь. Вот. Прошла ночь. Вы слили воду, поставили вот так банку. И все, она стоит. И она начинает проращивать. И вы промываете ее утром, вечером. Через 2 дня она прорастет. Просто она должна дышать. И она должна... Она должна быть ночь простоять в воде, да, понимаете, да? No smoking, I don't believe you. You're smoking, I saw you. You're not smoking in live when you do live streaming, but you're smoking. But you're smoking when I don't see you. I know.
I don't trust you anymore. Вот. Что, мажор начался? Ну идите смотрите тогда. Вы пошли смотреть сериал. Я просто сериал не смотрю. Также мы проращиваем, допустим, фасоль. Все что угодно можно прорастить. Я поэтому купила две банки, так удобно. Где моя вторая банка? А! Еще есть вот такая проращивалка, тоже очень классная. А, этой же фирмы. Кстати, вот запишите ее. Сделайте скриншот. Как не можете зайти в Айболай? Ну, наверное, смузи, овощную морковь, сельдерей, огурец, яблоко, петрушка, имбирь. Такс. Так, а как смузи-то делать? Их просто забиваешь, да? Я, кстати, смузи вообще не делаю. Яблоко есть, петрушка есть, морковка. Сельдерей есть. У меня такая хорошая... Ой, господи. У меня очень хороший этот... Господи, мистер, как он называется? Я уже все слова забыла, короче, по-русски. Очень крутой. Блендер, ёпта. Вот это самый мощный. С Украины можно скачать? Ребят, вы что, можно, конечно? Как нельзя? Разве нельзя с Украины скачать приложение? Оно же не русское. Честно ли просто потолок снимать? Смотрите, на первый месяц, так как я пообещала, что все, кто будет дольше все сидеть, ладно, я, как говорится, ну, на это глаза закрываю. Но на второй месяц и на третий месяц мы будем считать также плюс лайки и плюс еще, которые вам будут ставить, и плюс еще подписки. Подписки, потом лайки. Поэтому очень важно, сколько вы подписок наберете. Этот блендер называется Bulletproof. Ну, я его все на странице ставила. Но это просто лучшее. Оно за полторы секунды сбивает все. Сейчас как раз попробуем. Мы сделаем морковь. Так, а сколько морковок-то брать для смузи? Какие пропорции? Я сохраню эфир хорошо. Одну-две. В Украине не скачивается? Лайки, но не здесь, в прямом эфире, а в Эгу Лайв. Здесь лайки не подсчитываются, а там лайки подсчитываются. Бикуль, когда семинар в Питере? Я посмотрю, ребят. Ко мне тоже никто не заходил, зато Вика зашла. Ну да, видите, к вам могут пока не заходить. Иногда везет, иногда не везет. Смотря какой вы делаете, опять же, эфир. Если эфир... Я вам рекомендую, если кто-то в Совы ночью, там, допустим, ночью меньше людей будет, вы можете сидеть ночью. В Украине скачивается. Видите, пишет, что скачивается. Нет, Витамикс не самый лучший блендер. Не соглашусь. Потому что вот этот Bulletproof, он просто за секунду... Вот сейчас я прочищу морковь. За секунду сейчас я забью все. Кстати, сыроеда. Как тебя зовут, дорогая? Скажи мне, пожалуйста. Ты замачиваешь... овощи, прежде чем делать. Мне девчонки научили, что нужно замачивать овощи с щепоткой соды, пол чайной ложки соды, на, допустим, чан воды, замачивать, чтобы паразитарку, чтобы убивать паразитов всех. Инна. А, Аннет, скажи, пожалуйста, ты делаешь замочку или нет? Вылетело и не заходит. Может быть, надо обновить приложение. Может быть, надо, знаешь, его два раза нажать и наверх сделать. Значит, какая история. Можно делать такую вещь. Вообще, манрю. Сюда. Сейчас я налью водичку. Налили воды. Потом, значит, соды. Я с собой соду привезла из России. Мы же без соды жить не можем, а у них там здесь сода в таких микро-пикро-капликах продается. Поэтому у меня сода с собой все время. Ничего, Оль, что вы ходите ползать-то? Проходите нормально. У нас не страшно тут. Конечно. Вот, пол чайной ложки соды.
Я его туда пум, размешала. Щелочная среда появляется. Да, в приложении выскакивает Network Error, потому что потому что у них сейчас, конечно, новое приложение оказывается. Мы попали в тот момент, когда у них идет перезагрузка со старого приложения, вся дата переходит на новое. У них через 2 дня запуск, через 2-3 дня, не знаю, там запуск нового, вообще нового, оно будет выглядеть по-другому, вот оно будет разбираться по новой. Поэтому выходит ошибка. Но вот сказали, что через несколько дней это пройдет. Я уже пожаловалась. Допустим, вот перец, сейчас я его сполосну сначала от грязи. Помыть-то помыло, да, как говорится, но все равно это не то. Вот все равно оно с бактерией, с этими паразитов много на них. Хоп, отпустила в соду щелочная. Потом сейчас я сделаю. Говорят, можно вообще на пару часов отпускать вот эту воду. Хоп. Это на потом уберу. Это тоже помою. Все равно не промывается. Я вот, если честно, соглашусь, что овощи моешь, но они просто под потоком воды, конечно, не промываются. А нет, а ты семена замачиваешь, нет? Где я жила в Молдавии, даже не помню, это было так давно. Нет, ну что, как это, витамины выйдут в воду, когда витамины находятся в клеточках овощей, они же внутри находятся, это мы сверху обливаем, а когда вы варите, витамины у вас не вывариваются, вы их конкретно убиваете. Ну, нитраты, мне кажется, сейчас есть везде уже, я даже не верю, что... Hi, Paul, how are you? Вы сейчас тоже в эфире, да? На главной странице видно же, кто в эфире сейчас. А так же это. Вот. Потом, значит, я замачу сюда. Морковь сейчас я почищу, где она у меня поливалась. Где-то у меня была доска поменьше. А. Сколько времени, девчонки? Подскажите, пожалуйста, в Москве. По-московски. Сейчас я буду... Чтобы не опоздать в спортзал. Мне надо перед спортзалом что-то съесть такое. Кокосовое, миндальное или рисовое молоко. Все покупаю. И соевое, и кокосовое, и миндальное, и рисовое. И даже купила сейчас гречи. Гречи, ну, как бы зеленые гречки. Гречишные. Хоп, тоже опустим ненадолго. Фрукты, овощи можно мыть хозяйственным мылом и стеречь о паразитах на поверхности. А зачем? Если можно в соду опустить ненадолго и все, нейтрализовались с этой в щелочной среде. Не выживет ни один паразит. Вот и все. Хоп, все, готово, допустим, морковь. Раньше мучились, сейчас такие удобные ветерки. 19.41. Это по какому у вас? По Москве? О, у нас еще, значит, 18.41. Значит, через час мне надо быть в спортзале уже. Сейчас надо мне съесть что-то такое, чтобы зарядиться. Лимон, яблоки тоже в воду? Конечно. Конечно, все в воду опускаем. Чуть-чуть пусть замачивается там. Раз. Всего-навсего в соду. Никакой химии, опять же. Кто дочек кормит? В смысле, кто дочек кормит? Думаете, дочек голодная хочет? Когда я кормлю, когда няня, в зависимости от того, какая ситуация. Ну, она, конечно, любит, чтобы мама кормила. Вообще, дочь у меня такая деловая, она даже сама есть не хочет. Так, это у меня все замачивается, я пока это сюда поставлю. А, яблоко сейчас я туда же. Все, пошла замочка. Это получается, смотрите, вот, допустим, одна женщина, вот здесь, которая мне вчера посоветовала, уже не помню, как ее зовут, имбирь. А, она, значит, на середине всего, там она с 60 лет или там что-то такое начала. А, с 69 лет она села на середине. А, ей сейчас 78. Ну,
почти 80 или 80 уже даже. Один. Ну, то есть она как бы... Она была веганкой очень долго. И она сказала, что у нее энергии столько прибавилось. Вот, допустим, смотрите. Насчет того, что сода помогает прям при онкологии, я не знаю, ребята. Я прям не могу вам сказать. Hi, Marcello. Hey. Смотрите, вот топ-100 админ написал, да, на Ego Life. Вот мы сделали это Никитос. Если вам нужно, можете его тоже фоловить. Никит, напиши что-нибудь. Вот, пиццу подарил. Если какие-то есть вопросы, он вам ответит вместо меня. Потому что не всегда я буду как бы на доступе. Видишь, иногда работа, иногда это что-то. А можно еще кабачочек, кстати, вот взять и тоже помочить. Что, откуда беру? Откуда берешь рецепты на каждый день? Ну вот у меня есть страничка, я подписана вот на этой странице, на страничку сыроеда. Плюс я свои рецепты какие-то знаю. Плюс в интернете смотрю, но сегодня в интернете столько доступа много, поэтому можно находить такие рецепты. Так, это вот на Veggie Juice, допустим, на хороший веганский сок я сделала продукты. Соду я слышала, если пить соду, допустим, да, то только с теплой водой. Соду не пьют с холодной водой, она не работает. Вот. За 10 минут до еды, в период, когда человек болеет, как там чуть-чуть. Каждый раз пить не надо. Вот неделю-две попили, все, больше пить не надо. Но я так читала. Я же не доктор, я не могу вам давать такие советы. Но если вы, допустим, у вас насморк, там, температура, вот такое ощущение, говорят, хорошо ли. Так, сейчас я еще сделаю одну замочку. Купила арбузик дочке, она так любит арбуз. Дыня вообще не любит, арбуз любит дочь. Так, вот здесь еще одна банка. Вот. А, нет, это та банка. Вторая. Содия 500 вредна для организма. Ну, поэтому соду не надо употреблять. Нет, в кипятке не нужно, но вода должна быть теплая. Видите, кто-то говорит, что нельзя пить соду. Пить соду каждый день нельзя, но я читала, что если соду и пить, да, для вот когда есть насморк, вот эти вот такие прям периоды, вот такой вот, нам же давали раньше соду бабушки, типа с теплым молоком, вот, то с теплой водой. Ее не надо пить постоянно. От середины худеешь, да, ну а что поделать? Зато очищаешь, ни спина не болит, ничего. Спишь, как ребенок просто. Сейчас я сделаю посольку, замочу тоже. Буду проращивать. Спишь, как ребенок, просыпаешься просто в таком бодром состоянии, нереальном. Да, там здесь когда приложение тут наладится, Ego Life, будет вообще рай, поверьте. И сейчас тут такие проблемы. Так, окей. А, у меня была постановка. А, еще у меня, смотрите, у меня есть сыроедческие шоколадки. Вкусные, нереально. Я заказала в интернете, вот они мне пришли, я уже почти все съела. Тут у них разные есть. Есть с орехом, но с орехом мне есть неудобно, потому что у меня брекеты, они застревают. Я нашла вот на странице в Инстаграме. У них сыроедческий шоколад есть. Но я их в холодильнике храню, иначе они потом... Raw Organic Chocolate, видите? Как бы говорю тягу к сладостям из маркета? Вот, пожалуйста. Голода меня не очищалась, нет. Но я делаю, знаете, какие? Это чили хот. Сейчас попробую, даже не пробую такой шоколад. То есть он такой с перчинкой. Я делаю иногда, как его... Я делаю, знаете что? Я делаю антипаразитарку, а там как раз ты 5 дней ничего не ешь. М-м-м.
Обожаю человеческий шкаф. Как осы. Закажите. Нереально. Мышцы вы не теряете, вы же белок употребляете растительный. Соевое молоко с кальцием. Дочка, по-моему, зашла. Оля, откройте дверь! Оля! Откройте дверь, пожалуйста. Откройте, откройте дверь, там дочка зашла. Купила еще и орехи много. Да, любимая? Нет. Я здесь. Девочки подарила. Что подарила? Вот это, как бы сказать, неклес. Неклес какой это? Ну ладно. Какой? Ну ладно. А что это за неклес? Ну помнишь? Для поцелуя тоже. Неклес, она мне вот этот цвет. Для я его посажу опять. О, он не вырезал. Ну так посади. Ну тут водичку просто поставила. Пятидневная паразитарка – это очищение печени очень мощное, очень мощное, очень крутая штука. Network Error выскакивает, то, что я объясняла. О, какой шоколад, какой шикарный. Так, девочки, все, теперь дайте я сейчас приготовлю что-нибудь, чтобы я голодная останусь. Попробую сделать я смузи или что. Так, антипаразитарка, сейчас. Петрушка. Антипаразитарка, значит. Есть такой центр, я просто, ну, как бы, дома бы не рисковала это делать, да? Есть такой центр, называется Тропарёва. На этом, на Юго-Западной, в Москве. Я прихожу туда в пятницу, ухожу оттуда в понедельник. Допустим, можно там ночевать, можно приезжать, допустим, с утра. И там делают те процедуры, которые вот как раз и являются антипаразитаркой. И печень чистят. Выходит ошибка, потому что перегруз. Я объясняла, тут должны через это. Вот. Где такую футболку купить? Это какой-то русский, российский дизайнер. Это мне маница принесла. Не знаю, посмотрите. Что это такое? Как называется? В Инстаграме должен быть. Вот это тут, посмотрите. Короче, вот. И там делается очищение глубокой печени. Очень мощное. Такое мощное очищение, что вот они даже как антипаразитарка считаются. Очень крутая. Она там потом зеркалит. Кравцова. Кравцова просто. Ну, не Маша Кравцова. Да. Тропарёва, все верно. Вот, короче говоря, что я должна сейчас делать? Что-то вкусненькое. Кофе убираю, все тоже убираю. Мама, а ты сладенькое купила? Сладенькое тебе? А ты заслужила сладенькое? Ну, да. Где ты? Когда ты читала книжку в последний раз? Сладенькое. Я давно не видно, что ты садилась и читала. Давай, почитаешь, я шоколад тебе дам. Не выкай. Это значит шантаж. Что? Шантаж? Шантаж это когда ты маму шантажируешь с утра. И ты тоже. Угу. Моя любовь. Мама. А. Это что? Мед? Это масло. Нет, нет, не мед. Смотри, я тебе maple syrup взяла. Ты будешь? Где? Вот. Ты можешь блинчики с maple syrup съесть. А надо понюхать? Поблизывать. Поблизывать? Сладкоежка такая растет. Я это знаю. У папы Майкла это есть. О, у дедушки есть такой, да? Да. А, ну да, ты же на лодке все время ешь и кушала на завтрак. Да. Бери. Ну.
Держи. Не знаю. Да, да, я знаю, что ты знаешь. Я поэтому купила. Но интересно, на середине можно maple syrup, нет? Вот это на самом деле или это не на самом деле? Оба на самом деле телефона. А почему здесь черное, а здесь белое? Потому что здесь свет лучше, а здесь ужасный свет, видишь? Почему? Не знаю, такое приложение, видишь? Так, что-то про... А, я тебе арбуз купила, вот, сладкий. А? Арбузик тебе арбуз. Давай, только ты сначала покушаешь. Нет, ужин, ужин, а потом арбуз. Угу. Нет, киса, я знаю, что там такое. Свеклу хочешь, пожалуйста, вот, другой кусок? Нет, да. Я хочу. Да, да, да. Да. Я... Мама, да. Я могу вот это? Ну, можешь, петрушка поешь. А я ее здесь достану. Давай, я помою. Сейчас я буду сворачивать смузи. Держи. Спасибо. Где мой смузи? Из чего я сообразила? А есть там сельдерей еще? Нет. Нет, сельдерей нет. Я думала, что есть, но я купила сельдерей. Петрушка, мне тоже. Смотрите, свеклу взяла, она оказалась вареная. Поэтому я думала, она, если честно, просто очищенная. Ага. А я расстроилась. Свекла это... Так, помнишь, ты говорила, бабушка мне свеклой мазала щечки? Там плод такой. Почему свекла мазала щечки? Не было у них румян. Она так делала румян. А вот это? Кожа стала очищаться. У меня просто сейчас такие высыпания были в жизни. За всю мою жизнь такого высыпания не было. Но я знаю, это нормально, когда это чистится. Ты сейчас столько ела, я год или год ела, это сливочный соус ужасный, чтобы поправиться, чтобы потом меньше похудеть. Вот, поэтому у меня высыпания были. Так, сейчас я себе сделаю. У меня еще есть веганский такой ролл, белок. Сейчас я в спортзале куплю очень крутой коктейль тоже. Так, смузи. Да. Все? Покушал, а теперь давай иди мой руки. Ты ему руки мыла? Руки вымыла, да. Снимай кеды свои красивые. Ну хочу потом. Сельдерея нет. Дома не надо в кедах ходить. Во-первых, ножки должны отдохнуть. Давай носочки обуем. Как жалко, что свеклу все-таки не будет. А, на середине девочки, совсем забыла сказать, очень важно, много масла есть. Очень важно. Вот я вот этот octane oil, да, оно кокосовое, вот именно такое жидкое масло, любое масло. Мама я завтра, кстати, прилетает. Завтра прилетает, завтра бабушку уезжает. А, и еще вот это, как я показывала, на масло, где оно? Кунжутное, вот его тоже можно есть. Оливковое масло должно быть очень много. Дочка не обедать будет, а ужинать. Ты поиграла сегодня? Как мы вчера классно поиграли с тобой? В резиночку я тебе 100 раз предлагала играть, а ты не хотела. Я не резинку купила. Я тебе куплю в Москве, потому что здесь я никогда не видела такие резиночки. Классные резиночки же, да? Смотри, я тебе купила на завтрак эти твои любимые шоколадные. Покажи, что это? Ну, шоколадные какие-то. Можно попробовать? Попробовать. Так, носочки. Ну, а ты давай наденем. Сейчас не мешай. Смотри, я 2 вида взяла тебе. Такие и вот такие. Какие тебе больше нравятся? Все! Я знаю, ты любишь. Вот сюда положи, не надо, вот эти, которые... Да. Без всякой химии вот это вот. Ладно, любимая, пошла делать сейчас это. Почему без всякой химии это? Полезно, значит. Чтобы там не было химии, любимая, я же тебе рассказывала. А, вот и что-то, помидорчик. Я же сказала, скоро идти, сейчас я сделаю себе. Ох, как будет сейчас все вкусненько. Я сейчас прям сделаю себе этот смузи с помидором, с этим томатом большим. Будешь мамин смузи, Анжелин? Да. Хочу помочь. Помочь? Помочь, помочь. Помочь или покушать ты хочешь? Помочь. Ладненько, я вас люблю, короче говоря. А ты мне дашь место? Сейчас дам. Я выключаюсь. Я вас целую. Короче, сохраню этот эфир. Люблю. Не теряйте меня, ладно? Ой, не сохранился. Почему? Эфир не сохранился. Ну, в этом эфире ничего есть же.
Анжелишка, как смешно-то все получилось. А я тебе рецепт сделала, какие блинчики я тебе делала. Ладно, телефон даже перекрыл. О, вот это спамеры называются. Вот это, которые, вот, кстати, хотела вам сказать, вот кто присылает столько сердец и так далее, вот надо, если присылать много раз, надо блокировать, потому что знаете почему? Вас будет выбивать из эфира, если вам будут вот такие вот присылать сообщения с сердцами. О, мама, у вас почти все ответы меня. Да, у тебя мать? Чего? Потому что ты любишь Джексона, да? А теперь знаешь, я люблю там Саша. Это кто такой? Саша — это самый красивый мальчик в школе. Чего? А Рома как же? Тоже люблю. Аню. И Максона. Максон — это котик. Я тоже люблю. Так, ладно, все. Сейчас я сделаю классный смузи. Ну, я хотела же такой смузи, как вот этот смузи. Это не смузи? Нет, ты вообще... Джусмейкер, ты хочешь джус сделать? Сейчас мы сделаем джус тоже. Сначала джус, ладно? Так, смузи быстрее будет, давай. Что, петрушку? Нет, сначала джус. Ты мне не командуй тут. Вот здесь это дай джус. Подожди, мы сделаем джус тоже. Подожди, это все по порядку. Анжелиша, сейчас будешь миксовать, давай. Я не хочу, то я буду. Он что, подзаряжен? Нет, конечно, не подзаряжен. Ты не слушаешься, мама? Кину. Я кину это. Подожди, ну, дочь, ну, пожалуйста. Это огурец? Это кабачок. А, это цукини. Цукини. Так, что мы можем в смузи закинуть? Да, это цукини. Смотри. Сразу цукини. Да. Чтобы там откусать. Я хочу сейчас делать. Сейчас я сделаю авокадо еще туда. Ах, как будет вкусненько сейчас. Смотри. Я не знаю, хватит нам надо воды, наверное, что-то добавить, чтобы... Анжелиша, вы сейчас веди себя, пожалуйста, нормально. А у тебя все. Анжелина, слышишь меня, нет? Знаешь, когда она ехала, мама, я остановилась, и у нее сися вылетела. И сися с ней смеялись. Сися прямо вылетела. Вот это да, Анжелина. Я тебе не разрешаю помогать мне. Все, иди. Нет, это будет путё твоё не работать. Пойдём, как мы вам. Все, отходи. Подходи, вот ты видела. Анжелина, отпусти меня, сейчас упадёшь. Кис, Анжелина, тебе кис передают? А? Кис тебе передают. Что? Киска? Кис. Поцелуйчик. Где? Вот. Кис. Кис? Фифи. Анжелина, кис. Да. Пока, вкуснятина. Что ты проснула пока? Ой. Все, красавцы и красавицы, я вас люблю. Увидимся попозже. Кис. Киси.